Полное описание и точный до выхода 7 и 8 серии нового сериала «Напарники». 7 и 8 серии сериала выйдут в эфир 21 сентября. В новых сериях мы увидим, как рядом с ночным клубом находят тело Ильи Рыжова, в крови которого эксперт обнаруживает еще и следы клофелина. Титов, Лера и Влад выходят на след банды. В деле оказывается замешан один из друзей Влада – Егор, близко знавший жертву. Влад узнает, что его друг вместе с убитым заказал крупную партию наркотиков, за которую они не расплатились. Иван с напарниками накрывает склад с наркотиками. Банда распространителей наркотиков арестована. Но оказывается, что дилеры не причастны к убийству Рыжова. Егора, друга Влада, находят убитым рядом с домом. Следователям удается разработать новую версию и обнаружить, что связывало жертв убийств помимо дружбы и совместных тусовок. 7 и 8 серии сериала выйдут в эфир 21 сентября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.